Всем привет! Если вы хотите быстро попасть своей постройкой на мой канал, я предлагаю вам сделать так, как сделал мой подписчик Миша. Все, что вам надо сделать, снять видео, в котором вы рассказываете о своей постройке, как это сделал мой подписчик Миша, и отправить на мою электронную почту Тедди канал. Ссылка на него есть в описании. Только не забудьте отправить свой ник в Роблоксе, чтобы я смог сделать 3D персонажа. Записать видеоролик можно в специальном приложении на телефоне или в специальном приложении на компьютере. Я буду ждать ваших постройки. А теперь давайте посмотрим, что сделал мой подписчик Миша. Привет! Ух! Я снял это видео, чтобы показать тебе, что умеет мой самолет. Вот так он выглядит со стороны. Сейчас мы его уроним. Конечно же, он умеет летать. Вот тут у меня кабина находится пилота, и тут могут сидеть пассажиры. Но я его еще строю, и я еще не сделал вот здесь вот двери. Конечно, он умеет летать, но мне обычно, а у него есть два запаса ракет. Вот эти вот две, это первый запас. Если эти ракеты закончились, он может включить другой запас. Он находится сзади. У него работают пушки, так как этот самолет у меня военный. Вот, можно в кого-нибудь пострелять, побаловаться. Допустим, пиу. И он улетел. Также у него есть бомба. Секретная бомба. Вот, ее можно сбросить. Кому-нибудь потом полететь на свою базу. Сейчас. И посмотреть, что происходит около этой бомбы. И, конечно же, ее взорвать. Все, бомбочка взорвана. Свет тоже есть. Вот, я включил свет на этот рычажок. И вот здесь вот я расположил секретный рычаг, чтобы его взорвать. Если я на него нажму, то вот здесь вот пойдет отсчет, самолет взорвется. Но осталось немножечко подождать. Вот здесь вот. Бум. Ну и в принципе, это все, что умеет мой самолет. Пока.